С помощью болтов соедините боковые каркасы с верхними опорами. Также прикрутите нижний траверс на болты. Рекомендуем изначально только наживить болты, а уже после затянуть хорошо болты шуруповертом со специальной насадкой либо ключом на 13. На верхних опорах есть металлические пластины, которые должны смотреть вверх. Там, где край более покатый, будет спинка. Ставьте металлический стержень в боковой каркас и наденьте одну регулирующую ручку для спинки с двумя лепестками. С другой стороны у нас будут ножки. Наденьте две регулирующие ручки лепестками от центра. Соедините всю конструкцию со вторым боковым каркасом, также только наживляя, а после затяните. Крутите ножки для регулировки. Выкладываю мягкую часть на чистую поверхность без мусора. В спинке сидушки найдите по два отверстия. Две большие петли соединяют спинку и сидушку, выпирающей частью внутрь. Прикручиваем спинку к сиденью. В данных отверстиях стоят уже гайки, которые мы закручиваем вот такие болты. Такими же болтами прикручиваем держатели от подлокотников. Там также стоят гайки. Ножка с сидушкой соединяются небольшими петлями, выступающей частью наверх. Важный момент. Чтобы ножка высоко поднималась, оставьте побольше щелей, пространства между сидушкой и ножкой. Приподнимите ножки и сравните, не расходятся ли они. Если все хорошо, прикручиваем остальные саморезы. Далее прикручиваем держатели ножек от края до центра 14 см, от этого края 3 см. Это два держателя подпяточной, два держателя ножек и держатель спинки. Берем два держателя подпяточника. Располагаем их по центру и фиксируем саморезами. Держатели ножек выставляем под держатель подпяточника, таким образом, чтобы гайки смотрели внутрь. И фиксируем саморезами. Далее фиксируем держатель спинки по центру 290 мм и от верха 350. Соединяем каркас и мягкую часть. Держатель от спинки вставляем в регулирующую ручку, чтобы она смотрела во внешнюю сторону. Таким же образом вставляем регуляторы для ножек. Верхняя опора должна быть плюс-минус параллельно подлокотникам. Фиксируем металлический каркас с помощью саморезов. Чтобы опустить ножку, потяните регулирующую ручку на себя. Спинка просто поднимается. Устанавливаем подлокотники двумя отверстиями вперед. Приложите мягкий элемент. Выровните и прикрутите саморезами. Шов должен быть сзади.